Кися. Я как и... А, померла, блядь. Померла все-таки. А, нет, это не так. Другого. Нет, а что у этих, у пацанов ее забрал эльф. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Знову зустрівся з Мазаєм. Це група вогневого підтримки першого стрілецького батальйону. І сьогодні у нас цікаве відео. Розкажи, що ми зараз побачимо. Ви зараз побачите, ми зайшли після підарасів, які сиділи на позиціях своїх. Ми їх оттуда вибили і заходили дивитися, що залишилось після них на нашій землі. Це чума. Нічого там не було, посадки в тупу нема. Ми дивилися, може знайти якийсь там БК, це воно, ну, кожне БК, воно стане на годі. Тому забираємо навіть в них такий російський ленд-ліз. То давайте подивимося, які позиції були у підарів і що там взагалі з посадки залишилось. Туди пійдемо чи туди? Что там? Не знаю, там минометчики. Куда они ходили? Там, да, я вот тут вчера нашел патроны. А? Тут вчера патроны нашел, может гранаты какие-то найдем. Прикольно. Идем с Максом по трофеи. А там трупаков нема, да, русских? Пошли туда-то, там мимо. Я там ходил. Так а что ты хотел неделю? Думаю, мамке вот такую вазу подарить, понял? Под порохов. Мамке, говорю, вот такую вазу подарю с под порохов. Что там? Жвачка? Смотри. Вижу. Опа. Пацаны. Что за мусорка? Нормально тут попало. Хорошо? Попало? О! Она пустая? Это надо взять ее, ебать, нихуя себе. Ну, назад пойдем так. О, а там вон освободители валяются. Куда? Я ебу. 4, 5, 6 штук. Дальше можно не пойти. На дороге стоит, сука. А? На дороге где-то стоит. Давай, саперы медали понаходили. Что ты говоришь? Это наши? Это пацанов вот этих прошлых. Можно забрать их потом. Что? Пусть их уже занимаются. Мне все-таки кажется, что... Что-то они нашу эту хуйту спиздили. Как? Мне кажется, что они нашу хуйту спиздили.
Андрій. Долго летит. Нам делать реваф. Ша-ша? Реваф раньше, да. Да. Где вы же, ребята? Да я помню. Хотя мы когда уезжали, там не так ебаши уже. Как же тут воняет, а? Как от меня воняет. Как от тебя? Я в самом верху. Вот это блиндажик чей. Охуеть, это пивишка, прикинь. Где? Где? А вон лежит. А, так это ж пацанов, наверное, запускать. А? Пацаны запускают, она целая. Ты думаешь, что пацаны запускают? Да. А вон еще одна лежит. Где? Вон, да. Ну, ты шо? Шо-шо? Сороков, да. О, это буранка. Ага, я вижу. Видел Чебураш? Да я видел. Хоть бы шеврончики какие-то. Пару гранат. Да, посадки долго убирать надо будет. Это же все фермеры заниматься будут, прикинь, убираться, да? Сначала саперы, потом... Ну, саперы, это понятно. Поеду, не факт, что еще. Подминировать. Пошли туда, до этих. До СПГшников. Может, там что-то интересное найти. Куда? Ну, я в той посадке там сидел. Давай. Угу. Пошли до СПГ-шников. Заебали, попросыпались. Что-что? Чебурашка. Не то слово. Я бы порассыпал посадки, поглядел. Там говорят, да хуя чего интересного может валяться. Ага. Там СПГ работает, ты что, гонишь? А? Будем забирать? Ага. Побежал бы по дороге. Меня какой-то тип. Так. Трубу забери. Вот этого? Да, тут... Блядь, нормальный блиндаж. Перлога на твою. Кися. 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 А, померла, блядь. Померла все-таки. А, нет, это не так. Другая. Нет, та, что у этих, у пацанов ее забрал эльф. Это та, что у нас была, тогда хромала, помнишь? Это ты ее звал такой, кис-кис-кис. О, граната. А ты говорил, гранат нема. Жидкость. Это малый, наверное, потерял, полюбасу. Мы тут накидали.
рюмочек, да? А он и гранат. До бульдога еще нашел гранату. Такие, как у нас, понял? Ну, для бульдога, для гранатомета такого ручного. Такие, как у нас, только без вот этих, нахуй, металлических хуйн. Интересно, если такие, как у нас, снять, то будут... Вот так, как я делаю, никогда не делайте. Надо, наверное, это все кошкой делать. Вдруг мины, вся хуйня. А ты говорил, под сумок тебе надо, быстро скид, он лежит, валяется. О, еще для бульдога. А, ему пизда. Хуя себе прилетел. Ну да. Да, штурм посадки это пиздец, да? Да. Прикинь, как пидор какой-то заляжет, нахуй, выбивай его одного. Далеко. Пани Топанова, по нам хуяры 120-ка. Я тут не маю, его все, блядь, распиздили. Размародерили. Опа, а это полное. Надо Долору Владосу отдать. А, пойдем. Пошли, пойдем. Мина. Еще мина. Пошли. А? Да, тепло. Да, на первом. Я берег услышал уже. Пацаны живут. Как жизнь, да. Пару ящиков взять. О, ебать, смотри, как плиту расхуярил. Ну тут я гранаты видел бы. Так, пошли назад, нихуя тут нема. Ну ось ви бачили, що залишилось з посадки, що хлопці там знайшли. І взагалі, ну це війна, це суцільний жах. І нікому не пожелаєш, щоб участвували у війнах і щоб війни не було. Але ми продовжуємо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін? Хуйло!